Так, это что такое? Хорошо, ладно. Можешь пытаться дальше меня таким способом убить. Я заметил тебя по светящимся в темноте найкам. А тебя по любви к переваливанию через столы. Так. А нехило у вас здесь, зайду-ка я. Вообще по-уютному сделано, слушайте. Слушайте, а если все это выпить? Так, сохраним свою печень. Так, quick save. И давайте бухнем. Давайте, оп, погнали. Ни хрена себе колбасит. Ни хрена себе колбасит. Слушайте. Вау. Я могу летать. Ни хрена себе. Вот это расколбас. Вот это вот. По-моему, ко мне сейчас черт придет. Да, вот после такого движения я бы точно бы балласт сбросил бы. Так, где мой ихтиандр персональный? Я его сейчас буду вызванивать. Где мой номер ихтиандра? Так. Хареха. Слушайте, он летает в воздухе. Нифига себе его так что. Ну а если еще там аптечку какую-нибудь долбануть или антирадин. Нифига себе тебя штырит, парень. Вот это эффектус. Нехило. Просто нехило. Забрался на базу полную врагов, нажал с 30 бутылками водки, что равняется 15 литрам водяры. Еще не понятно, какого качества, судя, не очень, судя по всему, не очень высокого. Господи, ни хрена себе. Ни хрена себе. Господи, что ж такое-то? Я нажимаю вправо, иду вперед. Нажимаю влево, иду назад. Нажимаю назад, иду назад. Нажимаю вперед, иду назад. Как... Что происходит? Когда меня уже отпустят, эй? Что за херня? Кто там? Блин, да кто там? Сейчас всех пристрелю, у меня-то по барабану. Так. Так, бинтик. Так, так. Нет, баллончики стрелять не будем. Вот, что это? Что? А, это подствольник. Во. А здесь... О! Так, какой устал, ты выпил 15 бутылок, какой устал, ты о чем? Ладно. Ладно, я сделаю вид, как будто ничего не произошло, вроде отпускает, нормально. О! Автоматики. Антирадинчик. Нормально так. Аптечечка. Не, многовато будет. Так, хорош уже. Слушай, когда тебя отпустят уже, наконец-таки? Ну, вроде... Вроде как... Потихонечку проходит. Все нормально. Стабилизируемся. А если закусить? Но я все равно не умею нормально ходить. Ладно, поперли куда-нибудь. Так, ребят, я ни хрена не вижу, ни хрена не понимаю. Так, кто, что, где? Что, кто, где ты? Покажись. Покажись. Я в говно, ребят, не стреляй. Да... Я сделал это. Так или иначе. Так. Продолжаем эпопею пьяного штурмовика. Имперского. Спокойно.
Есть кто еще желающий сдохнуть от руки пьяного мастера? Так, где этот? Реальные пацаны. О, оказывается, можно. Круто. Ноу! Что это было? По мне не стреляли, я просто выбил стекло. Так, ну и где заложники? Так, найти документы о подземной лаборатории. А где заложник-то? Ага. А, я думал, ты ученый какой-нибудь. А ты, оказывается, просто Боров. Ладно. Так тому и быть. Ну, пожри-то хоть немножко-то, а? Вот придурок жрать не хочет. 20 рублей батон стоит, он не жрет. Говнюк. Да чтоб тебе. Чтоб я патроны выбрасывал. Да пошли вы нафиг. Мне эти патроны еще пригодятся. Не просто так собирал. О! Сколько весишь? 200 граммов. Патроны 5,45. Такс. Ладно, немножко избавимся. Теперь-то можно выходить. Где я найду этот расширитель веса? Я уже не могу, просто меня это уже бесит. А, плевать. Значит, здесь союзников нет вообще. Понятненько. Значит, будем смотреть в остро. Здесь вроде никого нету. Так. Да я уже нашел вход в лабораторию. Что-то припоздало, мне об этом сообщили, конечно. Так. Все, выбираемся из этой клаки. Которая чуть не сдох 20 раз. Отличненько. А, ну сюда теперь нам надо, да? Жутковатое местечко, надо сказать. Довольно-таки. Я думаю, что эти придурки меня особо не будут пугать до выделения всяких ненужных жидкостей и твердостей. Ну, она, слава богу, недалеко, это меня уже радует. Так, опять стоячая, да? Конечно. Лежать. Экзамен ОМОНовца. Здесь все время такая погода, да? А, ну она и называется Темная долина. Так. Видимо, тут много придурков. Лады. Чё за... Спокойно, ребят. Да мне пройти только. Вам-то зачем здесь обитать? Рядом с лабораторией решили засесть. Вы молодцы, конечно. Ну так и где этот парень ваш любимый? Куда это задевался-то? Так, кто еще? Тут там такой наглый. Откуда вообще звук? С крана, что ли? А почему бы не сделать вот так? Хотя я так ничего не вижу. Справедливо.
Расслабься. Что у тебя есть? Пулестойкость. Не надо. Патроны надо. Такс. А чё у вас с каждого здания кран-то стоят? Ни черта не достроили вообще. Кто-то на крыше. Так, придурок, спускайся оттуда. Я тут молоко привез тебе. Или это в здании? Ладно, неважно, мне все равно звонят, так что нужно отвлечься от придурков. Так, ладно, продолжаем. Хождение по мукам. Так, куда мне? А, мне так и так на экран, да, или как? Или нет? Мне на кран или нет? Или мне наоборот вниз? Да, мне вниз наоборот. Видимо, вниз мне идти через эту дверь. Ну чё, придурки, я разгадал ваши замыслы. Опять ни черта не платят. Да что ж такое-то? Ладно. Ауч! Попали. Бывает. И кто-то там еще огрызается мне из автомата. Вот не надо было этого делать, и все. Остался бы жив, здоров. Вот не надо вот бездумно в людей стрелять. Так. Что, куда мне идти вообще? Сюда, что ли? Где проход в этот сраный лабораторский отдел? А, сюда. Давайте посмотрим. Здесь по-любому кто-то еще есть. А чего все тумбочки закрыты? Что за дурацкая игра? Ничего нигде никогда не кладут, пока не откроешь метку. Так. Здорово. Именно вот так вот. Да-да-да-да-да, твою мать. Так, выбросить. И что-то я еще взял. Батон, что ли? Батон полкило не весит. Что я взял? Патроны. Придется импровизировать. И что за Скорим здесь устроили? Без возможности прокачивать вес. Это ж невозможно. Ладно. Ну что, окунемся в мир страха и ужаса. Погнали. Так, это у нас не будет переход. Да, будет переход. Кто хочет покакать уже год и не может, предлагаю присоединиться. Это реально для любителей просраться на год вперед. Нет. На год вперед. Так. Так, это симулятор лестницы, КСП или как-то его так. Я обожаю здешний уровень. Я сейчас буду орать. А-а-а! Нет, я пока еще не ору, я пока еще изображаю.